меня прочь воевать. Ей оставил он ключ от замка, ей оставил он пять удальцов и уехал в туман. Дети малые слуги, вот и весь гарнизон замка Корф. Но не зря Джон доверил супруге защищать дом от козней врагов. Год за годом попытки его получить, из орудий умело стреляли, угли слали за стен грозовых, к себе приняли всех людей верных, затянули свои пояса. Не получит наш дом нашей стены, не получит награды враг. Удивлялись их стойкости дерзкой, да никто и подумать не мог, что противится армия. Дома с парой десятков бойцов. Прошли в лязге чаде, пули копья все выдержал он, и стоял непокорный в осаде замок Корф над изрытым холмом. Но совсем стало тяжко терпеть, спасения не видно, увы. Предложил тогда смело Питман весь смогу донести до своих. Тайным ходом он вышел за стены, но совсем не подмог. Сломлен дух был его и повержен. Стан врага путь предателя вел. Он открыл им секретную дверцу,
одежду сменить. Их пустили на помощь, надеясь, но блеснули кроваво клинки. Спустя